Звание «Ветеран труда» в Кировском районе живет немало людей, удостоенных этой награды. Комиссия отдела социальной защиты населения каждую неделю рассматривает от 20 до 30 обращений кандидатов, претендующих на получение звания. Звание «Ветеран труда» присваивается комиссией, а потом оформляется распоряжением администрации тем гражданам, которые награждены ведомственными знаками и отличиями в труде. Грамота Департамента судостроительной промышленности, звание «Почетный судостроитель Российской Федерации», орден «Знак почета», награда Юрия Шушурихина, полжизни отдавшего работе в профсоюзной организации «Северной верфи», можно перечислять долго. В списках, которые недавно поступили на рассмотрение комиссии, также значится и его фамилия. В советское время любое награждение грамоты, знаками, званиями и так далее – это действительно стимулировал. Это был очень хороший моральный стимул, потому что отношение к таким людям было совсем другое. По мнению председателя профсоюзной организации, очень важно поощрять людей за добросовестный труд. Он вспоминает историю, когда на празднование юбилея Петербурга несколько сотен сотрудников Северной верфи, которые отработали 30, 40, а то и 50 лет, не попали в списки на получение правительственной награды. Тогда профсоюз активно взялся исправлять эту несправедливость. На решение вопроса ушло ни много ни мало 3,5 года. Благодаря, может быть, даже тому, что губернатор Валентин Иванов приехал к нам на завод, ну и такой случай. Я подошел, я ей пожаловался, и на следующий день мы получили все награды. В итоге 350 человек были представлены к награде. Юрий Шушурихин отмечает, что сейчас многие вопросы, в том числе награждение и звание, стало принято переводить в материальную плоскость. Действительно, звание «Ветеран труда», как и некоторые другие, предусматривает выплаты. Но сам факт награды для любого человека гораздо важнее. Приятно, когда получаешь государственную награду, и тем более есть возможность получить какие-то льготы, само собой. Ну, я не сторонник, дали мне награду. У меня, я считаю, достаточно наград. Мне действительно было очень приятно. Если я работал в комсомоле, я получил все, что только можно получить. В Кировском районе живет немало людей, заслуживающих общественного признания. Для присвоения звания «Ветеран труда» необходимо обратиться в многофункциональный центр. Комиссия принимает решение в течение 10 дней.